Достаем байткет из багажника. Расщепляем сумку. Упаковка байткета позволяет сложить ее в любой багажник автомобиля. Разворачиваем на чистом месте сам корпус. Разравниваем. Можно использовать электротурбину, которая позволит намного быстрее сократить время сборки. Открываем клапан. Вставляем сопло электротурбины, включаем и, как вы видите, очень быстро наполняется баллон воздухом. После того, как баллон наполнен воздухом, клапан закрывается. То же самое происходит и со вторым баллоном. Крепление сидушки пропускаем под настил, примерно в том месте, где должна быть сидушка. Докачиваем настил, закрываем клапан, подсоединяем насос для докачивания баллонов и днища. После накачивания баллонов вы переключаете насос в среднее положение. Это работает камера повышенного давления для накачивания надувного настила до повышенного давления. Перекачать его практически невозможно. Накачиваете таким образом, чтобы настилки был очень жестким. Закрываете все клапана. Переводите насос в обычное положение накачивания и накачиваете сиденье до комфортного давления. Сиденье состоит из двух частей, из спинки и непосредственно сиденья. Вставляете после накачивания сиденье в лодку, застегиваете крепление, закрепляете и выставляете в вертикальное положение. Подсоединяете алюминиевую трубку с креплениями переднего рундука, который является непромокаемым. Часть вещей вы можете сложить тут же в рундук и застегиваете. Достаете тент, раскладываете его на лодке, непосредственно тентом вниз. Выпрямляете трубки так, чтобы они зашли в паз. Ставите его в вертикальное положение, попав передними частями непосредственно в места крепления. Затягиваем болты. Развязываются передние веревки для натяжения тента. Пропускаются через переднюю алюминиевую трубу. И фиксатором фиксируется до горизонтального положения тента. После этого есть боковые крепления,
которой путем натяжения выставляется тент в горизонтальном положении, так чтобы он был параллельно локте. И таким образом вся конструкция тента выглядит абсолютно ровной как по вертикали, так и по горизонтали. Как дополнительная комплектация предлагается передний рундук из непромокающей ткани, в который можно погрузить как вещи, так и продукты, которые крепко закрепляются к лодке и не выпадают из нее. После этого мы собираем весло. Закрепляем его на лодке. И это последнее действие, которое позволит сказать, что лодка в сборе. Защита киля позволяет спускать ее не обязательно на ровных местах. То есть байткет не боится ни камней, ни коряг. Поэтому в любом удобном для вас месте вы спустились, и счастливого вам плавания!